Духа и научи нас совершать святые во страсти Твои, ехать с искуплением совести Твоей. Христос воскресе! Отечественной войне. Нас все меньше и меньше остается. Слава Богу, что в памяти людской этот памятный день сохранился. Спасибо всем, кто помнит. От тех, кто ушел из жизни, погиб, отдал свою жизнь за то, чтобы сейчас люди жили мирно, и голубое небо было над нами. Нет, я ни в одной войне не участвовал. В финской участвовал. В Китае, на Востоке участвовал. С Японией и во Вьетнаме. И вот несколько месяцев был в Афганистане. 9 мая встретил я на острове Рюген в Германии. Ну, видите ли, 9 мая это был официальный день Победы, а мы еще воевали до 14-го, потому что не все немецкие части получили сообщение о капитуляции. И вот на Рюгене там была последняя группа, которая пыталась эвакуироваться оттуда. Им обещали подать корабль какой-нибудь. Ну, и они не знали, что Германия капитулировала. И мы вот вели с ними бой. И вот мы практически 14 мая закончили. В такой торжественный день, 9 мая, мы собираемся в храме. У нас батюшка протоиерей Константин Волков, это наш сослуживец, и вот он нас объединяет, и мы собираемся в нашем храме. Искренне желаю сослуживцам это крепкой веры в Бога, крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы Господь Бог и Матерь Божия хранили на многие блага этой жизни во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Для меня это подобно празднику Рождества, подобно празднику Пасхи, когда и радость, и такая легкая грусть, они все вместе сочетаются, потому что это день, когда наша страна победила немецких захватчиков. Это большой праздник, который дал Господь Бог нашему народу. С одной стороны, радость от того, что мы победили, с другой стороны, грусть от того, что многие десятки миллионов людей, они просто не вернулись с полей войны, умерли уже здесь от болезней, после лагерей. Поэтому для меня это очень значимый день, такой для моей семьи, для родных и близких, поскольку война коснулась очень хорошо не только, я думаю, мою семью, но и каждую семью, которая жила на территории нашего государства. Поэтому всех с праздником, с Днем Победы и Христос воскрес! Воистину воскрес!